он бьет по этажам. Бам, бам. То есть мы с вами, то есть мы вышли. Я втянул. Ничего себе, нормально. Здесь раз. Вот это движение, они не прекращаются. То есть круга. Сразу входит сюда. То есть наша задача отработать маятник, мы его втянули. И в него вошли. Дальше, куда бы он ни бил, вот из этого положения мы возьмем сюда, и мы защищены шли. Понимаете? То есть все как бы идет через исходную. Мы не раскидываем руки, да? А все идет туда, вперед. Вход. Если руки работают постоянно, а мы с вами постоянно движутся, они у нас движутся, да? Руки работают, они живут. Точно так же, как на живом бою, они живут. Иначе ты никак вообще не сможешь противостоять. Здесь то же самое. У кого тянули, а это удар. И для чего это удар? Это болевое торможение. Для чего? Для того, чтобы сломать, например, или отбить в пах ударить, или сломать ему ребра. Или попасть в солнечное сплетение. Вот видите, какой контроль? Какой контроль? Раз. Видите, удар. Удар. Травма. Движение. Видите, как идет? Он сделал. Теперь, по поводу защиты, чтобы было понятно. Когда летит удар, тот, который не умеет это делать, то есть, который привык работать в боксерских перчатках, он этого не сделает. Никогда не сделает. Потому что перчатка, человек привык работать, там совсем другая работа, и этого не будет. Этого не будет, будет совсем другое. Но, посмотрите. Все движения, которые мы с вами делаем, вот эти переборочки, они идут на плечо. Что это идет на плечо? Что это идет на плечо? То есть у нас получается раз, движение, все. Оп, рука ушла. Все. И когда человек бьет, то есть он чуть-чуть. Нам нужна 1/10 секунды. Нам много не нужно. 1/10. И он начинает работать по этажам. Работает по этажам. И вот мы его встретили. Понятно, да? Еще раз бьет, да? Поехали.